Графиня-заклинательница уничтожения. Ее сила в непредсказуемости и обманных маневрах. С помощью своих способностей графиня может быстро выбрать цель, убить ее и растаять во мраке. Сосредоточьтесь на картах, повышающих физический урон и ману. Темная волна выпускает облако тьмы, наносящий урон всем врагам в зоне поражения. Это основной способ нанесения урона. Он хорош для расчистки линий и изматывания врагов. Применяя вытягивающий клинок, графиня быстро вращает вокруг себя клинками, нанося урон. Пассивный эффект способности позволяет восстанавливать часть здоровья при убийстве каждого врага. Этот эффект сильнее, если убит герой. Теневое смещение переносит вас к выбранному врагу, замедляя его. При этом графиня оставляет за собой фантом и может вернуться, повторно используя способность. Это позволяет быстро вступать в бой и выходить из него. Наконец, ваша абсолютная способность — это пир. Графиня бросается к врагу, ненадолго оглушает его и наносит значительный урон. Играя за графиню, стремитесь ликвидировать ключевые цели. В начале боя с помощью теневого смещения подберитесь к самым опасным врагам и уничтожьте их. Пир наносит огромный урон, а также прерывает действие вражеских способностей.